Ես ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյան մորը ծածացնեմ, տունը ծածացնեմ, քունեմ է նեղած չեղածը, արա չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, ագարկա 5 միավոր զեկեր մնաց է 14-ի սպահում եմ. У армянских пограничников, несущих службу в Сюникской, Зангезурской области, изымается оружие. Об этом заявил в прямом эфире Facebook местный житель Артур Епископосян, передает канал 13. Он, выкрикивая нецензурные выражения в адрес Пашиняна, утверждает, что по приказу Никола у пограничников Зангезури было изъято оружие и добавляет, что ведется подготовка к возвращению Зангезура Азербайджану. Епископосян, продолжая сыпать на Пашиняна оскорбления, выразил обеспокоенность этой ситуации. Эсо стипфац, апрель 24-й ора, стипфац этом гали, вот и в тарекес асэлэн, стэ ситуация похум.